Так, ну что, парни, всем привет. У меня на канале Александр Маляр. Да, пришла у нас зима. Надо делать санька, готовить, чтобы чистить снег. Вчера звонили, чтобы уже снег чистить. Хотя вчера он только выпал. Вчера уже в ночь хотели, чтобы я выехал. Но я отложил, поскольку у меня трактор не готов. Чтобы аккумуляторы поставить, надо вон сюда залезть. Чтобы через окно поставить, взять аккумуляторы, поставить туда. Ну, короче, канитель большая. Так, ну что я придумал? Давайте я даже не буду, сейчас стойку просто перенесу. Вот такую конструкцию придумал. Вот. Сейчас я оттяну трактор вперед и буду как бы заниматься. Так, пока я уберу трактор. Так, поскольку я не знаю, что получится у меня со звуком, потому что ветерок немножко есть, ну извините, если что. Так, ну что, поскольку новые аккумуляторы, надо новые перчатки одеть. Погнали, надо немножечко расконсервировать его. Здравствуйте. Весь чистить не буду его. Так, масло. Сейчас пойдем. Я масло поменял еще весной ему, когда ставил эти масла, есть темные. Так, масло есть, глушительно прикрутить. Ну я такую эту, вон она у меня отпала, я ее такую поставлю, пусть полежит пока. Так, чтобы она у меня не это самое. Ну и пойдем сюда. Надо даже консервацию делать. Так, мне неудобно будет в руках. Так, что тут я делал? Я вообще... накрыл здесь все. Потому что от солнышка
весь пластмасс, панелька трескается, и сидушка тоже пылища. Опа, красавчик. Пыли, смотрите сколько. Фух. Так, так, так. Сейчас мы откроем там. Все хорошо, но вот как аккумуляторы ставить, это вообще в МТЗ беда. Ну, кто знает, тут. Так, моя щеточка сюда. Так, ну пойдем. Сзади встанем, что ли. Так вот. Я думаю, пойдет. Поднимать вообще тяжело. Сюда как-то. Как-то поднять. Ничего не держится. Ничего не держится. Он тяжелый, да? Ребята. Так. Один на месте. Так. Так. Кряхтю, как дедушка уже. Так. Еще вот эти надо и перетянуть аккумулятор. Так. Ну, пока я сделаю паузу, а то я думаю, батарейка у меня сядет, чтобы надо снять до конца у нас.